На перекрестке улиц Березовой и Раменская водители пара велосипедистов не поделили проезжую часть. Конфликт завязался, когда оба остановились на светофоре. Автомобилист достал газовый баллончик и брызнул в лицо одному из велосипедистов. В результате мужчина получил химическое повреждение глаз и рук легкой степени. Велосипедист, в свою очередь, нанес множественные удары ногами по его автомашине, повредив тем самым лакокрасочное покрытие. Еще один случай произошел на улице Курчатова. Велосипедисты разбили окно пассажирского автобуса. Водитель автобуса посигналил двум велосипедистам. На перекрестке они его догнали. Подъехав к автобусу со стороны водителя, один из неустановленных лиц ударил кулаком по стеклу, отчего стекло было полностью разбито. На перекрестке проспектов Мира и Октябрьский водитель Ниссана, не убедившись в безопасности маневра, начал поворачивать направо и сбил пешехода, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде ушибов нижних конечностей и СГМ, сотрясение головного мозга. Госпитализирован в хирургическое отделение КП-50. Стражи порядка настоятельно рекомендуют горожанам быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.